Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке речь пойдет о чудо-витаминах Аевит. Препарат Аевит – поливитаминный комплекс, который чрезвычайно популярен благодаря своему составу. В него входят витамины А и Е. Это лекарство показано тем людям, которые страдают от продолжительной диареи, хронического холестаза, цирроза печени, болезней щитовидной железы и не только. Назначать самостоятельно этот витаминный комплекс нельзя, так как даже безобидное лекарство в больших дозах может нанести непоправимый вред организму. Лекарственный препарат Аевит назначается врачом индивидуально в зависимости от особенностей заболевания. Но есть хорошая новость. Наружно этот препарат можно использовать в неограниченных количествах. Следуя этим действенным советам, тебе удастся сохранить молодость кожи, ногтей и волос. Аевит для кожи лица. Этот препарат оказывает мощное омолаживающее действие на коже. Чтобы избавиться от мелких мимических морщин, необходимо приготовить домашнюю маску для лица. Смешай 2 чайные ложки сухих дрожжей, 100 граммов теплого молока, 1 чайную ложку меда и содержимое 1 капсулы препарата Аевит. Если смесь получилась слишком жидкой, добавь немного овсяной муки. Маску нужно нанести на очищенную кожу лица, оставить действовать в течение 15 минут, а затем смыть теплой водой. Чтобы добиться желаемого эффекта, следует повторять процедуру не менее 3 раз в неделю. Аевит для ногтей. Миллионы девушек уже опробовали на себе эффективность этого препарата. Чтобы укрепить ногтевую пластину, достаточно проткнуть капсулу, нанести жидкость на каждый ноготок и хорошенько помассировать кончики пальцев. Средство работает быстро и эффективно. Ногти перестают слоиться и ломаться, а растут гораздо быстрее. Аевит для волос. Маска с добавлением этого препарата способствует эффективному росту волос, а также препятствует их выпадению. Для достижения такого эффекта нужно смешать 3 столовые ложки оливкового масла и содержимое 2 капсул препарата Аевит. Полученную смесь следует нанести на кожу головы, а затем оставшуюся часть распределить по волосам. Далее нужно надеть шапочку для волос и обернуть голову полотенцем. По истечении 30 минут следует смыть маску. Процедуру необходимо повторять 2 раза в неделю. Напиши в комментариях, принимаешь ли ты Аевит, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями.